дальше на Пушкинской, свернешь на Рузовскую, и вот там во втором здании будет обалденный подвальчик с рестораном юго-восточно-азиатской кухни. Вот там прям льма. Блин, слушай, я, кажется, знаю этот подвальчик. Бургер? Да, потому что как-то был, когда я был в Питере, мы там ходили в какой-то подвал, как раз подвальчик с китайской кухней, где приносят охрененно огромные порции всего. Ну, в принципе, у нас, кстати, во всех китайских ресторанах приносят огромные порции всего. Ну да, 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 это для них типа норма же. Да, да, да. Ну вот это я не знаю. Да, да, да. Чуваки, я сейчас сорян, я просто не читаю чатик, потому что... А кальмар тоже не ест? Нет, не ест. Если бы я не ела ничего органического, то... Была бы параноеда. Мы это уже обсуждали. Да-да, простите. А креветка тоже, да? Да-да-да. Она же тупая. Блядь, Сильвиша, ты хочешь сейчас этот разговор заводить? Ладно, я сейчас на заказываю, а там решим. Они же подпишут на меня. Чего там, кого в чат? А чего там? Морепродукты с рисом или с лапшой? Так вообще мистер Пукс бомбит про пепперони. В смысле? Я морепродукты не ем, если что. Кутеркот, так второй этаж, Пика, там один китайский ресторан, чё, на этом, по-моему. Я, кстати, помню, когда смотрел какой-то один из стримов Гита, где он уже не понял, по какой причине решил поиграть во второго червяка Джима, и люто сгорел на этом уровне, потому что он, ну, проиграл на нем все что-то, просрал все конты, там, вообще, я как-то, короче, да, в общем, он очень долго орал тут. И сказал, что ему пофиг, он будет проходить с сейф-стейтами. Супчик кто-нибудь хочет? Я хочу супчик. Если есть какой-нибудь сливочный или типа того, вот что-то вот в этом духе, то... Один кокосовый, один мисс, один крем-суп из лосося. А есть кокосовый вот без мяса и морепродуктов? Нету. Вот. А из лосося он сливочный? Чё? Или, ну, крем-суп из лосося он сливочный? Или скорее всего, да. Класс, хочу, да, тогда. Да, да, да. Значит, ежик будет есть по нему. Нет, я там я не буду. Начинается. История о том, как ешь Таиланде суп там ем. Нет. Ладно, я закажу два крема супа с лососем. Миса, можно? Бля. А какой там состав? Бля, сейчас не успею, пацаны! Ну что за говно? Сука! Лерка, вот не написано, но на вид так без мяса, без рыбы. Миса же в принципе, по-моему. Да, Лера веган. Нет, там кофе. Наверное, когда будет перезванивать, надо уточнить. Да лол! Саная херня. Ну все, это пиздос. Ага. Я ж говорю, поэтому я заруинил. Каждый житель Питера знает себе подвал, это естественно. Блин, погоди-ка. А ты вот не говоришь, что по цвету подходит, но здесь же не оранжевый. А, нет. Хорош! Вот отсюда, вот она. Сейчас. Моник, какая разница, зачем тебе покупать готовые продукты, закидывать в духовку, если можешь заказать вообще готовое? Не, ну там домашнее. Нет. Домашнее, которое куплено в том же магазине, где покупают то, что тебе привозят? Ну, да, мне вот, например, намного больше нравится, в принципе, приготовленный дома, где там, грубо говоря, 5 сантиметров начинки, как и 1 сантиметр теста. Это не совсем физически, но тем не менее вкусно. Да, Лера не ест даже молоко и яйца. Так, супы заказал, это заказал. Есть кого-нибудь пожелание? Да, вроде все. А что ты мне взял? Я тебе взял на выбор шиитаки темпура, овощи темпура, мисо-суп и овощи вок, соус и терияки. Во, овощи вок, заебись. А там дальше разберемся. А можно два овощи вок, потому что я сам два.
можно. А эти будешь, нет? Кого? Темпуру? О, а можно мне шиитаки тоже? Блин, а мне кажется, темпуру там с лицом делается. Ладно. Ну, а там не написано? Погоди, я забыл. Темпура это вообще-то японская шляпа. Не, ну понятное дело. Она просто, да, может быть. А я сейчас посмотрю, у них в ресторане. А, давай. Нет, иди в жопу, иди. Да бля, ну что, как меня бесит это. А, ничего. Сейчас еще раз. Нет, там не будет, там ничего. Домашнее вкуснее? Возьмите, возьмите. Такое. Молоко, почему оно же не из убитых животных? Потому что продукт животного происхождения. Смальнуть по красным шарам в конце и поймать рок-джамп, чтобы успеть? Да там это за... Так, девушка, смотри. Тебе будет свинина в кисло-сладком соусе с лапшой. Мисо-суп пойдет? Шиитаки. Ну и шиитаки, да. Пойдет? Нет, тебе будет морепродукты в утречном соусе с лапшой. Класс, класс. Крем-суп с лосося. Еще что-нибудь хочешь? Да, в общем-то. А что за темпура там вот это? А темпура там... Сейчас скажу, что есть. Сюрприз! Сюрприз! Хочешь что-нибудь? А? Да не, наверное, не. Так, Лере получается два этих. Овощи. А с какой, а с какой ты лапшой делал? А, другой раз. С лапшой. Ну ладно. Миша шут. Спасибо, да. Интересно, у них есть здесь? Тесты? Угу. Ну, бы хорошо. Видите ролл с авокадом? С авокадом? Да. Я хочу. Ролл с авокадом? А. С авокадом. С горком должен быть. А мои самые любимые с авокадом. Мои самые любимые с огурцом, но их нет. Да. Тогда посольство. По-моему, деталек не хватит. Вот внизу еще того. Я там уже посмотрела. Не может потом быть. Я сходила, чтобы они не теряли. Да ну блять! Ну все, пиздос, как я ненавижу это место, а! Да, вот, отлично, в Москве. Да. С дождь в Москве. Привезли. Да, с собой привезли, видимо. Ну, не хардкорнее, чем Battletoads, но очень бесит, если честно. Прям очень. А мы ему не заводили? Ну, на этот, на Светал, не так старый. Ну да, мы ему не заводили, потому что ко мне пришел Ярдан, просил завести, я ему сказал, что мы как бы точно уверены, что это... Точнее, мы помним, что это сервак как бы тестовый, и он может в какой-то момент на лицензии или еще что-нибудь. Он мне сказал да, как бы, и сказал, что тогда мы не будем. Тяжело беречь плазму. А где можно тряпку взять? На стиральной машине. Mm-hmm. Там две. Бля, ну вот как здесь, чуваки? Ну это же пиздос. Блять, ну как меня обогнал. Mm-hmm. Да, они две.
А до этого-то места, да, надо чем-то стрелять, правильно. Вот сюда прям вообще ничего не хочет присоединиться. Пока. Стрельба замедляет красные шары. А. Блин, ну это же в них надо стрелять. Последнюю вертушку стреляешь, надо повыше стать. А, окей. Да, кстати, что-то я уже заметил, что я как-то низковато встаю. Да что за лол? Тут нет тупо кнопки, это Sega. Так, ну ладно, вроде там все нормально получилось, если бы я не заруинил прыжок, то все было бы хорошо. Джим дурак, что ли? Чё я советую кушать. Надя Аксельвершайн там себе выбирает. Я так смотрю, что еще надо заказывать. Ну да, типа, чтобы осталось. Ну так ты еще забираешь. А у тебя там нет где-то? Нет. Сука. Розовенько, по-разному. Так, хорошо, чуть-чуть на заказ заказывал. Ну, короче, это где-то зелененький. Я говорю, что ненавижу этот уровень, они вообще просто лютая ненависть. Но сам факт, что там есть. Лучший уровень во все. Да, блядь, да что за лоу? Да хорош! Ну я хорош. Замедляют шары, да? Пофиг, надо сначала добежать, сейчас до этого нам всего нормально. На тоненького, пацаны! Yes!
Вот слово прошло. Наконец-то. Первоначальный финал.